Всем привет, друзья! С вами по-прежнему Бабай. И наконец-то мы приступаем к прохождению новой игры Detroit Become Human. Я очень давно хотел поиграть в эту игру. И вот, наконец-то, я закончил прохождение Control. Хотя, как и обещал, дополнительные миссии я также пройду. Но наконец-то появилось немного времени, и я могу приступить к этой игре. Она очень проблемная оказалась. Во-первых, она очень требовательна к железу. Во-вторых, она почему-то не хочет нормально захватываться ОБСом. И в-третьих, я сегодня полдня убил на то, чтобы... У вас все в порядке? Да, у меня все в порядке. Знаю, жизнь иногда подожди немножечко, сложная, девочка. Если что, я всегда рядом. Спасибо, ты такая милая. Вот, я полдня убил сегодня на то, чтобы пофиксить проблему с стирингом. Стиринг — это когда у тебя картинка на несколько частей расслаивается, делается такая как будто бы лесенка, при резких движениях камеры. И вроде бы более-менее пофиксил, но все равно есть свои моменты. Ладно, короче, не будем затягивать начало. Так что погнали. Я уже так давно ждал. Вроде бы все, что мог по графике и по настройкам, я сделал. Выжил максимум из того, что возможно. Да, начать новую историю. Играть буду на геймпаде. Опять же, я не умею на нем играть, но буду учиться. До сих пор я не выучил кнопки. Ничего себе, парень, да ты крут. Я в большом предвкушении насчет этой игры. Я очень надеюсь, что она меня не разочарует. Нет, стойте. Я не могу её... Так, хорошо, идем вперед. Умоляю вас, спасите мою девочку. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Так, разыскать капитана. РТ. А, вижу капитана. Хорошо. Так, где этот капитан? Поговорить, а? Капитан Аллен. Мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера мы сняли ему, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Имя Девианта, поведение Девианта, эмоциональный шок. X. У этой машины ранее уже случались сбои? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации. А. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Тут, короче, есть проблема. Я вот пока настраивал графику, чуть-чуть поиграл. Но это не проблема игры, это моя проблема. Проблема в том, что я не знаю кнопок, а выбор надо делать быстро. Так что это может немножко усложнять прохождение. Так. Хорошо. Обработка данных. 17 патронов. Хорошо. Еще что здесь? Здесь пули, да? Реконструировать. ЛТРТ для перемотки. Так, там можно было что-то, да, посмотрим.
Девиант взял пистолет отца семьи. Это мне что-то дает, эта информация? Все, походу, больше ничего полезного. Ладно, идем еще что-нибудь поизучаем. Так, тут больше ничего нет. Вот там вот что-то есть еще. А, это отец семьи, да? Улики. Понятно. И еще здесь есть улики. Да, вроде бы больше ничего тут нет. Ладно. Я так понял, двигаться тут надо быстро. Я вот не знаю, есть здесь таймер какой-то или нет. Но меня тут прям подгоняют, как я вижу. Ясно. Ничего. Тупо новости. Охренеть! Прикройте, я его подвел! Какой-то журнальчик. Посмотреть комнату заложницы. Где она? Вот там фиолетовая, да? Так, что тут? На столе что-то есть? Это планшет? Да, это что-то типа планшета. Ага, имя Даниэль, хорошо. Не знаю, пригодится ли это нам, но... Но думаю, да. Так, еще что-то есть? Наушники. Музыку она такая себе слушала. Не жаль, если ее убьют. Ну ладно, это была шутка. Возможно, даже не очень хорошая. Так. Тут еще что-то есть. Там ничего полезного. Вроде бы. Так, тут еще что-то есть. Что это? Рыбка? Ну, навряд ли это... Так, стоп, там был выбор какой-то, я что-то провтыкал. Я не могу еще раз посмотреть, что там за выбор. Ладно, короче. Похоже, это не так важно. Еще что-то здесь есть? Да. Тут вот еще что-то есть. Семейная фотография или что это? Да. Понял, хорошо. Так.
Больше ничего. Больше вроде бы ничего не светится. Где тело матери? Вот тело отца я уже осмотрел. А, вон там вижу тело. Но это не мать, это... Это один из ментов. Только один выстрел. Еще что-то есть. Ясно, внутреннее кровотечение. А вот здесь еще что-то есть. Так, реконструировать. Неплохо. Быстро он с ним расправился. Но это все равно как бы... Вот тут... Ага, он убил его еще до того, как... Полицейский выстрелил в девианта. Так, там еще что-то. Заложница стала свидетелем перестрелки. А перед этим что? Точнее, чем все это закончилось, потому что... Так, там еще что-то есть. Оружие найдено. Хорошо, это оружие полицейского, да? Вероятность успеха 56%. Так. Чего вылупился? Не стой столбом. Ну, хорошо, я возьму, но... Стоит ли оно того? Так. Есть еще что-то? Так, вот здесь еще что-то есть. Так чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо. Застрелим удар. Так, надо идти, похоже. Да? Надо идти. Потому что там писалось, что заложница может быть ранена, так что нету времени. Пошли все прочь! Я хочу, чтобы у вас тут никого не было! Так, почему ты завис, чувак? Вот, наконец-то. Назад! Не подходи, не то я прыгну! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Надо быстро я читать и отвечать, выучить. И смотреть на клавиши, чтобы нигде не пропекать варианты.
спокойно, отпусти заложницу, успокой Даниэля. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить! Поздно уже говорить! Тебя стабилизируется, хорошо. Ты вооружен? Сказать правду. Да! У меня пистолет! Бросай! И смотри мне без резких движений! А почему мне не дали выбора, бросить или нет? Эмма и ты, допустим. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! Так, хорошо, вероятность успеха растет. Она говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Да Реалистичное обвинение, сочувствие. Реалистичное, не знаю. Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать. Сейчас я тут главный. Если умру я, умрет она. Ублюдок, отпусти девочку. Обвинение, сочувствие, поговорить с заложницей. Поговорить с заложницей? Как ты, Эмма? Спасите меня! Я не хочу умирать! Ну, логично, хочу. Что нет, я мог от него умрет. Ожидать? Не бойся! Скоро все будет хорошо! Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Согласиться, блять, сложно реагировать так быстро, когда ты не знаешь клавиш хорошо. Но я думаю, к середине игры привыкну. Последний шанс довериться. Довериться. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! Проблема, что ты не знаешь полностью всего варианта, судишь просто по одному слову. Компромисс. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Пожертвовать собой, успокоить. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Отлично, у меня получилось. Ладно. Но мне кажется, что он умрет. Ну как бы. Это стоило было бы предположить, что так случится. Я мог как-то по-другому разыграть. Варианты или нет. Да других вариантов не было. Либо бы они вдвоем умерли, либо он. Либо просто девочка умрет. Задание было спасти девочку, так что я все сделал хорошо. Так, это схема сцены. Здесь вы можете посмотреть выбранные вами пути, открытые возможности и доступные альтернативы. Каждый новый узел схемы дает вам очки, которые можно потратить в разделе дополнительно. В силу специфики игры, не все узлы схемы считаются шагами к прохождению. Окей. Да, это вот то, что я первый раз, пока настраивал графику, проходил. Когда я вообще кнопочек не знал и все... клавиши не те нажал, и в результате пришлось пожертвовать собой. Вот тогда я, кстати, рыбку спас. Вроде бы. А как тут? Мировая статистика. Вот прям интересно. Блин, это крутая штука. Рыбку спасли 72%. Я сначала был в одном из них. Я сначала ее спас, а потом просто провтыкал с кнопкой. Не отзывать вертолет 5% только.
Сказать про пистолет 25. Я из меньшинства. Кто все-таки признался, что он с пистолетом? Прикольно, прикольно. Вот то, что... Слушайте, здесь прям... Охренеть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть вариантов развития событий. Прикольно, вроде маленькая сцена, а шесть вариантов, как это все могло закончиться. Я думаю, что эту игру будет интересно даже несколько раз пройти. Ладно, идем дальше. 5 ноября 2038 года. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. На двух языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Мила, это просто класс. Именно то, что нам нужно. То здесь с текстуркой. Вот. Народ, кто знает, почему у меня во многих играх не прогружаются некоторые текстуры? Или прогружается очень долго, напишите, пожалуйста, в комментариях, очень вас прошу. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление. Я типа один из роботов на выставке. Прекрасно, спасибо. Могу забирать? Да, бесит этот луч. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлах. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая. Мужик, ты действительно ему веришь? Спросить. Посмотри на него. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Жирный ублюдок. Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Милая девочка. А, и сейчас катсцена, да? Красиво так. Блин, красивая графика в этой игре. Да и вообще игра такая приятная. Вот хотя я и не очень много поиграл, но как-то... Интригует, знаете. Я много слышал о ней. Старался как-то избегать всех возможных спойлеров. До того времени, пока сам не поиграю. И вот, наконец-то, у меня дорвались руки до нее. Добраться до магазина краски Беллини. Слушайте, а мы
каждый раз будем за какого-то другого андроида играть. Есть все же провисание по FPS, к сожалению. Хотя я поставил вертикальную синхронизацию на 30 кадров, потому что по-другому никак эта игра нормально работать не хотела. Кстати, я выбрал уровень сложности тот, что посложнее. Я не знаю, что зависит от этого выбора. Но я думаю, если их только два, то лучше взять то, что посложнее. Возможно, больше каких-то механик будет. Мир здесь не открытый, правда? Насколько я помню. Только разделен на какие-то маленькие локации. Ну, скорее всего, так, куда-то. Сюда. Что-то там краски. А вот есть. Вижу. Надпись. Так, надо привыкнуть еще к вот этому управлению с помощью второго джойстика. Да и вообще к управлению джойстиком. Так, присоединиться. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Оплатить. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Хорошо. РБ для переключения ракурса камеры. Хорошо, понял. Блин, так красиво. Кинематографичненько. Вот, скажем так. Я понимаю, почему мне друг советовал все же играть с геймпадом, а не клавиатурой. Все-таки прикольнее вот так открывать двери всеми этими жестами. Как-то поприятнее все это. Ну и сама картинка плавнее на самом деле, потому что если бы все так, куда я иду вообще? Куда мне надо? А, мне походу в автобус было надо, да? Да, на автобусе. Я вроде бы еще эту миссию проходил, когда настраивал графику. Вот, потому что на клавиатуре это все было бы достаточно дергано и с большим откликом, и было бы непривычно. А на геймпаде как-то норм, что ли. Да-да, я вспомнил, я также еще, я этот момент еще проходил, когда настраивал графику. Вот интересный момент. Вроде бы это нормально, это андроиды, это роботы, это машины, которые созданы, чтобы служить нам. Но почему-то, когда вот смотришь в данный момент на то, что они вот так изолированы в автобусе, становится как-то немножечко не по себе, немножечко жалко их. Но, скорее всего, это из-за того, что я, во-первых, прошел опрос до этого в игре. Во-вторых, я понимаю, что игра завязывается на том, что андроиды развиваются и начинают мыслить как человек,
Ну, что-то вроде этого, я говорю, я не особо не вникал, потому что избегал спойлеров. Блин, а тут тоже много вариантов, где мы могли свернуть не туда. Ладно, друзья, я предлагаю на этом на сегодня закончить. И продолжим мы уже в следующей серии. Надеюсь, вы ее будете ждать так же, как и я. Всем спасибо за просмотр. Лайки, подписки, колокольчики. Вы сами все знаете. Хотите ставьте, хотите нет, но мне будет приятно. Увидимся завтра. Всем пока.